Нет, а мелкая была. Так проще получить руками. Сейчас будет купание. Пьешь. Вот у этого мальчика в трусиках опять клюнуло. Фокин пошел. Нормальная щучка. Ты как батя такой во главе стола, знаешь, сидишь с хвостком. О, на обед у нас. Штурвал есть, но... Лайфхак, да. Спиннинг сломался, блин. Удобно, не то слово. За 2 часа все отловились. У нас бак, парней мешок. У Андрея 2 судака. Откройте рот. Откройте рот. Очередная поклевка. Нам в подсак нельзя. Все, бой. Дима выгуливает эту по кругу. Так, у меня поменьше, так я достаю первый. Завешали рыбину Андрея. Давай затаскивай. О, молодец, молодец, давай. У нас сегодня чисто руками берем рыбу. О, хватка железа. А что ты бодренький выглядишь, ты бодро? Сегодня будет. Вещь-пакеты? Выбирайте. С Александром. Путь. Ёп. Это на день рождения мне. Да, подарок неплохой. Опа. Офига, что там она? Куда? Она куда? Офигеть. Собралась ли там? Стоял в конце, такой Дима. Давай! Дима, давай, Дима! Класс вообще. Паня, да, озеро, рыба, приятная компания, все четко. Паня клешнями. Иванычинами. Вот это вот рыба. Тучи, просто ее тучи. Кто-то собирался ехать в 5 утра, Андрей Иванович, да? Кто-то уехал в 5 утра. Но получилось, да, что вот это отъезжаем только в 10. Немного вчера пересидели. Погодка налаживается. С утра было тучки, сейчас налаживается, ветерок спадает, нормально. День номер 3 получается у нас. А, да, у меня работает, я могу что-нибудь позарядить. Первый заброс, первая шпаклевка, трубочка, по-моему, сюда. Значит, вот там. Это самая огромная силиконовая снасть. А что, заряд начинается все, что обязательно каждый день. Щучий. Новый для целя. Сегодня щучий. Вот так вот. Нормальный? Хороший. Лимон. Килограмма. Килограмма? Килограмма, да. А, килограмма. Так, варить. А, слушай, да, пассатижи где-то. Пассатижи. И вот островки посередине озера. Тестирует силикон в надежде поймать судочка окуня, да. Тут нормально. Гнется. Второй раз, да? Ой, ой, судачок, ё. Иваныч, подожди, ты его так сорвешь. Что, поднять? Да. Такой. Опа. У, так ёп. Неплохо, неплохо, да? Да, силикончик. Судакового цвета. Видишь, силикон-то именно подходит, да, по окрасу. Первый мой судак на силикон. Да. Да вообще. Первый судак вообще. Красивенький. Петуня. Молодец, молодец. Пойдет, пойдет. Идиот. Вот, на мили, главное, на метре. Чем? Поедем сейчас в избу. Ураганы прилетели. Подъезжай сюда. Дядя Вася вроде нормально выглядит. Только в штырь не уперись. Аккуратно. Штырь. Дядя Вася уставший, что-то молчит. Да, дядя Вася подустал.
Че, укачало? Укачало? Сейчас едем. Вот где мы были в самом конце, где щука-то большая взяла. Проверим судака. Чего сегодня Андрей поймал? Показывай. Ой, это что? Это судак такой. Господи, помилуй. Рекорд побит. Ну, я думаю, что да. Хэшит еще. Бляха-муха, ну почему? За жаберную крышку? Ну, наверное... Около двух, да? 2 килограмма, 20 грамм. Отлично, да, двойной. Не маленький. Не маленький, какой маленький-то. Андрей меньше был. Андрей поменьше, это рекорд. Да, молодец. Давайте сфоткаю тебя. Опять один птенчик выпал из гнезда. Их тут тьма. Вон, сколько сидит птенчиков. Штук 5, наверное. Сейчас мы тебя положим. Хоп. Своим сестричкам, братикам. Я не знаю, как туда поместишься, конечно. Ой-ой. По сути, никак ты за ними не поместишься. Сидят. Я думал, что еще гнездо есть. Но не видел. Нашли, где построить, конечно, прямо над входом в дом. Не, Вася у нас устал. Отдых. Вот так вот боролся с судаками весь день. Поймал больше всех. Все, Андрей, не так? У него накрепилось просто каждый день. Он был скорее лопал на этаже. Это просто красиво. Дежурным плазмоником Андреем. Как же его, блядь, наказать? Ну что, кушать? Вы ездили и эти искали, встречали. А, где его понятно? Да. Так у Димаса там точка стояла. Что там такое? Кормушка была. Да. Так, обед у нас с лямками. Вкусненький. Тушенка. Вот это? Да, с макарошками. Салатик Андрей Иванович приготовил. Были? Макароны по-флотски. Макароны по-флотски, да. Дмитрий Николаевич приготовил. Каждый день, каждый обед. Что-то новенькое. Приятного аппетита. Птицы прямо по дому летают. Где она? О. Ну, ё-моё. Давай, вылетай. Саня, поставь, пожалуйста. Ласточки. О! Ё-моё, она прям в зеркало долбится, блин. Андрей, птицы летают над головой, все нормально. Рыбу добыли, нужно и правильно скоптить. Работает 3 точки. Раз. Работает конвейер. Конвейер, да. Раз. Коптильня, 2 коптильня. И 3-я коптильня. О, красиво. Супочки. Возможно. Супочки, они нежные. Погода к вечеру наладилась. Ветра 0. Да, заправочка. Сейчас выдвигаемся на вечеру. Погода выдалась прекрасная на вечер, ветра. Нет. Ты смотри, сколько там лить-то. Поэтому я думаю, что судака мы сможем сегодня половить. Лить-то лили. Андрей опять наряжается у нас. Модный. Дискотеку. Дискотека? Поехали в Туганавала. Да. Штурвал есть, но... Ну да. Так. На глиссер, в принципе, вытягивает, пойдет. Скорость 27. 28. Да, таких-то горбатронов точно будем брать. Ну, нормально. А, Андрей, спросить, брать, не брать. Клюет? Да. Что? Опыт. Судак, наверное. Да? Что тут сопротивляется никак. Опыт. Ага. Все это просто эмоции. Судачок какой-то. Да? Хорошенький.
Смотрим. О. О, щучка! На силикон прям! Тихо-тихо. Ты ее отмотай, Андрюх. Тут мелко, 40 сантиметров. Щучка. У Андрюшки. Косодакача. А что? Нет, так ты возьми этот, щипцы-то где у тебя? Бери, нормально он там сидит. Нормально, нормально. Ух, красиво. На, сетка, да, бывает. Ну да. Запутались, блин. Вот тебе и щипцы твои. Щипцы офигенно работают. Ну такую, что, килошечку тут можно взять. Бери тогда. Да, нормально. Килограмм есть? Да, килограмм 100% есть, конечно. Бери, бери. На копчение пойдет? Пойдет. Андрей там сетку выловил чью-то на мелководье. Ни комаров, ни оводов, ни мошки, ничего. Клюнуло что-то, но небольшое. Наверное, да, кушок дребезжит. Так. Я модный? Ну да, crazy. Crazy fish? Это окей. Ну, все правильно. Все правильно. И нам уж точно не нужны. Ты что-то сегодня, смотрю, по окуню, да, работаешь? Окунь, штука. Каких-то можно побрать. Окунь, штука, на блесну, по-честному. Молодец, молодец. Ну, за горбача или нет? Смотри, нормально, бери на копчение. Еще вот и у Димы удача. Да. Вот это похоже на судака. Блин, лишь бы не щука, а вон. Или щука. Ох. Так если сопротивляется до конца, так на значит... На мели тоже, вот на мели. Шучка. Где-то, может... Ну, дергает? Да. Ну, как так. Ну, щука. Судак-то он на бок валится и все. А, щучка. Этот-то сопротивляется ведь. Жаль. Не-не. Фига там, она так мелко. Или нормально, или что, не будем брать такую? Не, ну, не будем, вдруг. Нет, таких мы точно брать не будем. Еще одна потеря на ровном месте, пополам при забросе. Вот так вот сломался спиннинг. Офигеть, послужил мне год. Всего лишь год. Игл. Жалко. Запасной, конечно, есть, но там USB. Ну что, ребята, смотрим. Ноу-хау. Лайфхак, да. Спиннинг сломался, блин, пополам. Главное, сам кончик целый, казалось, что у основания. Видимо, вчера щуку большую вытаскивал, до этого, еще тростенку, поэтому, наверное, надломилось. Да не было ничего. Поэтому пока так смотал, посмотрим, получится. Главное, взяли с собой еще 4 запасных спиннинга, все на базе. Ехать далеко не хочется. Дмитрия поклевка, да, большой судак. Посмотрим, как спиннинг выдержит. Ну вот, гнется стрелка. В принципе, нормально. Ну, крупный, да, вот он. О! Весом? Чучек на килограмм. Там тройник, да. Так все неплохо он держится. Опа! Удобно? Фу! Удобно, не то слово. Да, вот он такой набельненький выбор. Нормально. Красота. Класс. Прямо взял на мели. Слышишь? Метр только забросил, уронил. Все. Взять. Коробочку. Нашу, да. Удобно зацепить, да, ведь? Да, только вижу, его, по идее, так надо брать через. Так, так. Щучечка. Ивановича. Небольшая. Да нормально вроде как. Ну, судя по тому, как она выпрыгивала. Там вот у нас Андрей. Там еще один Андрей. А мы для понимания вот на такой, луды. Тут у нас такой вот рыбы. Рыба дофига. Вытащи так же, пускай еще прыгнет. Он целиком что ли заглотила? А, так целиком. Пускай прыгнет, Андрюх. Ох, красиво. Ух, как подтянет. Да. Тянет вообще. Фига себе.
Прикольно. Сопротивляется. Бойкая. На желтый, видишь, да? Только поставил желтый силикон. Ну, вот так вот. Ой, фу. Не получается, да? Вообще никак. Так, я чуть потяну. Ага, дай. Угу. Пойдет. Ну, где-то около двушки. 800 кило. Давай зависим. Давай. Обратно положил, да, Андрей? Вот я. Открылась сразу, достал. Смотри. А, ничего себе. Не очень-то и сидело, да, значит? Ну, такие самые нормальные, держи. Завешивай. Поднимешь сам? Сниму. Так, ого. 220. Так что так, неплохо. Класс, молодец. Намели все. Килошечки бы, да, половить? 475. Ходом в лодку. Я не знаю, этот проходит у нас по размеру-то, нет? Ну, 350 точно есть. Так что проходит. Берем. О, все нормально. Да. Смотрим на логотипчик. Смотрим на небо. Такая же рыбинка. Знак, да. Похоже. Естественно. Рыбы. Столько рыбы в охоте. Показывает. Ее тут просто тысячи. Офигеть. Время ровно 12 часов. И как мы поняли, что вот до 11 клюет, после уже все. Поэтому поехали домой. Сколько поймали, столько поймали. Судака немного. Так, Иваныч, устал? Нет. Просто не перестал отливать резко. Да. Ну вот поймали тут как бы ерунду. Как ерунду, на самом деле, как нормально. Ерунду. Штучек, наверное, 10. Ерунда, да, так еще. Да, ерунда. Еще штучек 10, наверное. Поедем на базу. Отдыхать и в 5 утра снова в бой. Рыбы вот много, но это все, видимо, белая рыба. Ехали 2-4 минуты всего. Че, как там? Рыба. Рыба подсыхает. Да. Завтра нужно будет вакуумировать. Пол первого. Как птенцы пожалуй. О, Андрей, они что все спетушились-то? Ну-ка, не выпади. Они что ж, может, начали выпадать? А что тут у нас хозяйство-то? А хозяйство-то вот выскочили опять. О, у них тут музычка. Все, о, все. Вот это у вас тут этот, надо проветривание сделать. О, не надо ничего. Танцы уже, танцы. Ты свечар сегодня, ужин? Не, ребята, ничего не надо. Ты чего-то принял, что ли, Андрей? О, вы что? Только ледяное освещение. А чего без колонки? Нормально. Ну что, 5 утра, поехали на Зорьку, Хариуса, судака проверить. Обловиться Хариусом. Ну, где-то Иваныч всех больше хотел ехать, а спиддык. Иваныч! Не идет. Попался первый сегодняшний. Что, так достаю? Ну да. Ломаю спиннинг. Килошечка. Да что? Сейчас взвешу. Грамм. 600, наверное. Килограмм 100%. Да? Конечно. Ты тяжелый, что ли? Конечно, тяжелый. Давай, чтобы все было по-честному, сейчас зависимого. А если меньше, то тогда отпускаем. Получается. Так он, получается, меньше. Он грамм 600-700 максимум. Подтянуть за хвост. Нет, 600 грамм на самом деле. Ну вот, как я и говорю. Поэтому, Дим, давай его в воду, да. На это. Таких не берем. У меня каждый заброс рыбина. Второй заброс, правда, мелкая. Вот такая щучка. Таких мы точно отпускаем. Может, сама сорвется. Давай. Дима, я на ладно. Пускать-то? Беру сейчас руками, отпускаю.
Ну что, Андрей, за 2 часа все отловились. У нас бак, у парней мешок. У Андрея 2 судака. Сейчас поедем до Еликса, еще сгоняем. Куда? Предлагаю на наше старое место. Куда? На гряду? Так мы там наловим, просто там щука одна. Я думаю, что сюда дорога нам за судаком. Ну я там тоже 2 поймал. Сюда. А, так, думаю, что ехать, на гряде, что ли, у тебя? Что тут? Где? Вот вы ушли в сторону, мы пошли в этот. Прошлый год так. Я еще говорю, что идти примерно где-то. Один забор. Оторвала! Как это? Андрей. О! У Андрея нормальная щучка. Красота. У Андрея большая. Сон разматывает. Прикольно. Да. Классно. Вот на мели, да? Андрей, вот здесь коса-то идет, гряда. Ты на ней лови. Рыбка есть. Ох, красиво. На силикончик. Палец не съела. Тихо, она может отцепиться сейчас у тебя, по-моему. Да. Ух ты, молодец. Такая нормальная. Молодец. Андрей. Вот такие вот. Да. Так у тебя, да, такая же, скорее всего. Не доставай весы. 2200. 2200, я говорю, вот 2 килограмма. Да, да, отлично, отлично. Молодец. Дай. Красавчик. Вот надо было сразу сюда ехать. Ну вот у Димы поклевка. Что-то хорошее. Или судак крупный. С хищником, троллингом. Последний. Это да, вот похоже на судака на самом деле. На один. Поймал, да. Ну точнее не поймал, но поклевка сейчас выпрыгнет. А, это забагрил, что ли? Ё-моё. Она большая. Фига, боком тащится. Главное, смотри. Или завязалась так, а сейчас отцепится. Фига, не взять ее. Она забагрилась. Смотрите, ребята. Ребята, смотрите. Дима забагрил щуку. Забагрил, да. Сейчас я посмотрю фиксон. Сейчас она будет выпрыгивать на меня. Фига, ее забагрил. Стояла, отдыхала. 3 крючками сидит. И давай возьмем телефон. Давай. Фу, бляха-муха. Ё-моё. Еще бы раз тебя нет, не покалечило. Один я раз там боюсь сейчас. Пострадал. Там у тебя крючки рядом. Да она за бок забагрилась. Я шнур не могу, блин. Откройте рот. Пожалуйста. Откройте рот. Эй, сейчас А что сейчас-то рукой можно взять? Там крючки были в жабрах. Ну, сейчас она сорвется. Подсакивай, блин, конечно, в случае. Что, типа подсак доставать? Собирать? Или как думаешь? Сорвется. Один на одном крючке держится. Ну, хочешь, давай подсак соберу. Давай, пробуй еще. Еще будешь пробовать? Все, да. Как еще-то? Руками же не могу взять, там крючки. А там все, один крючок. Давай я попробую руками. Нет, уходит. Он сейчас брякнется. Просто снимай. Все. Если он сорвется, так сорвется. Ничего страшного. Чего? Ну сорвется, так сорвется, просто снимай и все. Откройте рот, пожалуйста. Пожалуйста. Золотая рыбка. А, все, она устала. Ну, пожалуйста. Как тебе помочь-то, Димка? Никак. Не помочь. Хорошо зацепилась? Да не очень. За хвост ее, что ли, брать, или как? За хвост хотел. Нет, сегодня не совсем что-то. Вот сейчас она открывает вроде. Откройте. Пожалуйста. Блин, да ё-моё! А не видно, что ты борт снимаешь, Андрюх? В смысле? Так я же смотрю сюда.
Давно не вставлял-то. Оба. Открой. Все. Да. Не так-то просто, ребята, это все. Хоть плоскогубцами. Ну все. Ну вот она, все. Осямала. Видишь, за шнур не взять, потому что она сразу же сорвется. Нам взять на рот. Не! Это риск. Не дал? Нормально? Да, да. Вымотали. Опа. Щука болтается, тут же взвешивать надо им. Фиксация. Кило 600. Кило 600 так есть, да где-то полтора. Дим, ну что, молодец. Спасибо. Тебе понравилось? Очень понравилось. Взяла? Да. Фига. Решили искупаться, а у Андрея взяла. Видишь, еще одна. Клюет рыбка сегодня. Кушок. А кушок, да? Большой. А у тебя как, была поклевка? Ё-моё. Ну, воблер поставь. О, нормальный горбачик. Молодец. Будешь нырять? Да. Давай. Фух. Чё, Дима устал, выводил щуку полторашку. О! Сейчас будет. Сейчас будет купание. Ну чё, класс? Ну вода, конечно, кипяток. Кипяток, да? Стало, ты конечно. Ну уж можно забраться? Как в бассейне. Фу. Ты будешь? Не. На этот раз крупная. Ну вот, Дмитрий, штука. Очередная поклевка. На глубине 2 метра. Глубина 2 метра. Метра, очень огромная щука. Она зеленушку такую взяла. Косодак, если не ошибаюсь. Ну, наверное, 2, может. 2-3 килограмма такая. Да, сейчас проверим, проверим. Есть, Андрей, есть. Вот он по самому гребню шел. О. Ух ты, ух ты. Это да. Спиннинг, конечно, немножко мешает твой, но... Давай, берем еще. Ладно. Я в другую сторону бы отвел. Ложка, наверное. Ну да. Блин, силочка как будто большая. А я опять как-то зажарю. Свечка. Мы же еще без подсака работаем. О, как же самое плохо зацеплено. Нам в подсак нельзя. Все, это бойка. Дима выгуливает, это я попробую. Хороводик их выгуливает. Откройте пасть. О, было открыто. Да. Откройте, пожалуйста, рот. Оп, резко. Давай на весы сразу же. Килошечка. Да не, что тут взвешивать-то? Килошка, да? Ну, килограмм. Такую сегодня возьмем. Что, у нас по рыбалке-то не очень мощно получается. О, это ты правильно кидаешь. К нам, к нам. А тут нас уже поджопники облавливают. Как только увидят, что рыба клюет, сразу же закидывают к нам в лодку. Шутка. Андрюха, таких шуток. Сейчас. Не простить. Сейчас я могу получить по шапке. Ветер. Смотри, если сейчас заброшу, понимаешь? Температура 35. Сейчас вот Дима онлайн вам покажет, как ловится щука в заброс. Воблер вот. Слон. Модель, цвет, размер. Поехали. Нормально
летает, да? Да. Но тем более для такого спиннинга. Дмитрий уничтожил два спиннинга. Сейчас вот ему сделали хищник мощный. Это вряд ли тресковый. Да. Ну, в следующий раз, я думаю, клюнет. Она не маленькая, щучка-то. О, хорошая. Освежился? Хвостом по щекам надавала. Да. Давай, вытаскивай. Откройте рот. Риск понимаешь, да? Ты сильно-то не тяни, когда это за шнур-то. Только чуть придерживай, потому что она сорвется сразу же. Да хорошая так-то тянет. Мощно. Так, как бы. Так, подмотнуть чуть-чуть. Еще раз. Подводим. К Андрею Ивановичу. Так вот, бращу. Так, когда она не открывает рот, интересно. А, там вообще не зацеплено, Иваныч. Да, блин. Руками. Ой-ё. Сейчас стану вот сюда тогда, повыше. Да, она не зацеплена вообще. Ну, руками сможешь? Да. Вот так вот, клешнями Иванычиными. Подожди, не убирай. Сейчас сразу же отцеплю. Воблерочек косодаку. Хорошенький воблер. А, нет, нормально держится. Тихо. Все. Сразу же документируется. Сколько? А, кило 895. Кило 900. Все, такие нас устраивают. Берем. Ладно, аккуратно. Один палец уже. Покажи палец, который у тебя поврежден. Смотан, скручен. Еще раз. Заброс. И опять. Ну, это мелочь, конечно. Опа, давай, срывайся. Его начнёт цепишь. Блин, так она, наверное, не отцепится, да? Придется ее снимать. Ну, отваливайся. Ладно, сниму. Иваныч не успел закинуть, не успел опустить, да? Получается, только упала Blue Fox и сразу же поклевка. О, не, нормально. Я похожу, но ты не против? Мелочевочка. Ну как мелочевочка-то? Килограмма на полтора. Есть! Давай. На вертушечку. Опять тоже, тут типа этот. Тоже интересно, да? Я могу взять спиннинг? Мне тут удобно. Вообще здорово. Так, Андрей, тут все просто. Так. Так, ну она, видишь, пока еще агрессивная. Так, блин, сорвется, наверное, да? Ну так-то тройником. Какая она жесткая. Тетя. Жабры. Эй, так зря, парень. О, сейчас сорвется. Так проще получается. Надежнее. Чем засовывать, да? Ой, блин, поздравляю. Не, ну реально, за что-то в последнее время проблема стала. Вот на такой обычный блюфоксик. Ну, где-то кило 600, да не взвешивай. Андрей, на обычный мэфсик попробуй. У нас скоро полная будет. Получается. Придется у Андрея добивать бак. Чего 700-то? У тебя еще есть такая блесенка? Одна. А, одна, да? У меня, может, тоже сейчас посмотрю. Я что-то думал, у меня есть четвертый номер. Ага. Сейчас посмотрю, что у меня. Прошлогодний. Имеется. А что же вроде было? Ток. Тоже только забросил вот на Blue Fox. Сразу же щучка. Агрессивно. Ну, достань, если сможешь, руками. Ух, красиво. Так, Иваныч, так, наверное, сломай просто спиннинг.
Купишь новый, да и все. Держи. Фу, килошечка. Спасибо. Тут на такой. Второй заброс. Не первый, второй заброс, сразу же вот рыбина. Вот Андрей у нас тоже там. Какая-то гигантская. Какая-то гигантская вещь там таскает его, он с лодкой вместе. Димас, близко? Задний врубай. Йоу! Вот да? Это горбач. Серьезно? Ну, о-о-о. Двушка, наверное. Помочь? Нет. Да здоровый. Контент без мата, Андрей. Я буду аккуратно. Да, 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 нормально. Килограмма 3-4. Да не. 2,5. Давай. О, красавчик. Ну да, 2,5. Ну может 3 даже, да? Ну 2,7. Андрей, поздравляю. Красавчик. Кто там? Поставил тоже, получается... Вертушка. Вертушка? У Андрея поклевка. Для вертушку. У меня поклевка. У Андрея тоже. В общем, да, Дима ловил на вобле, потом я решил попробовать бульфокс, свое секретное оружие. Обычный. Прошлогоднее. Чего? Обычный бульфоксик, да. Пятый номер, не успел прикоснуться к воде, сразу же поклевка. Да, потом Дима ставит Blue Fox, сразу же две поклевки. Да. Андрей грустил, поставил Blue Fox, сразу же поклевка. Сколько, 4 часа ездили? Подбирали? Ну как бы вот, да, пока непонятно, но... Давай пробуем прямо так вот бросить сейчас. Онлайн. Онлайн. Смотрите специально для вас. Проба. Оп. Тинг. Все по-простому, хищный троллинг за 700 рублей и Blue Fox. И блюфок за 700. Да, Данка сейчас, может быть, напугали. Андрей на все пищит. Есть, офигеть! Есть, Андрей! Онлайн засняли. Прикольно, блин. Вот реально, третий заброс, это вторая рыбина. Судя, кстати, большая, Андрей. Не маленькая. Сможешь руками достать? Ох! Ой, надо слабить фрикцион. Блин, ушла! Короче, фрикцион был затянут сильно. Подстава. Вот он тоже. Фрикцион, видишь? Иван еще опять морит. Окунечек. Ну, такой 300 грамм есть. Так что берем. Есть, нет? Есть. Да бери. Нормально, 300 грамм точно есть. Леонидович там все запутал. Со щукой уходился. О, загружает в бак-то. В мешок. Да. Вот у Андрея. Передаем нагрузку. Большая, да. Серьезно. Ох. Да не. А сопротивление такое вообще. Небольшая, просто сопротивляется сильно, это килограммчик. Да. Килошечка такая. Давай. Тихо, подожди. На другую сторону. Ты так зашли? Так я знаю, я же ее так подрасслабил. Понял. Нет, ты зачем я поднял? Ты ее опусти в воду, дай. Я сейчас ее возьму, только ты воду опусти ее. Андрей, ее на воду опустить, я та возьму. Я воду опустить. Вот. Ну так. Все, у нас сегодня хардкор. Без этих, без средств. Без всяких средств. Ой, не обидно. Это очень удобно, да? Спасибо. А! Поймал? Есть! Молодец. О! Какая-то крупная, да? Леонидович тоже сегодня. Выдает. Слава богу, прорвало сегодня. А что, нож возьмет? Думаю, да. Леонидович с подсаком. Мы-то уже. Мы-то уже руками просто дубасим, Андрюха. Руками. Уже даже это не помогает. Не спасает. Рот не открывает. Да. Ой, блин. Щука, откройте, пожалуйста, рот. Главное, оторвалась блесна. Да, ничего себе. Херово вяжешь. Да. Блесна, это, в смысле? А, с блесны? Да. Ну так и говори. Да, клюет так, что две рыбины вот на крючке у меня, у Андрея. Поверх, у меня поменьше, так я достаю первый. Смотри, бьются. Ой, приколы, блин. О, нормально, прямо в бак. Без, а, уже без вот на автомате просто. А у меня, думаешь, получится? Дима, твою сейчас. Так, давай ты возьми телефончик.
там не на широкоформатке, так? Я также, наверное, попробую. Чуть потяжелее, конечно. У тебя, да. Получно? Спиннинг не сломай. Она тяжелая, аккуратнее, не поранься. Это большая, да, не влезает. Ну вот так вот, пока что. Ну так, ребята, и ловим, мучаемся. О, Дима. Слушай, ты возьми вот эти прищепки, ты сейчас все руки поранишь. Да я уже порезал. Тем более. Так все вы раненые. Ну это ты что, такая хорошенькая. Нормально, Андрей? Полторашка. Поболее. Кило 700. Кило 800, я думаю, что взвешаем? Да, конечно. Кило 730. Ты был прав. Ну вот. Нормально. Ты ее завешивать не будем? Она мелкая. Ну давай весы под рукой так завесь. Что там? То на колебалку, то на этот, да? Колебалка Blue Fox. Дим, ну давай петуню, братишка. Давай. Дуплет. Это на самом деле не очень большая, но бойкая. Вот у этого мальчика в трусиках опять клюнуло. В смысле, не в трусиках клюнуло, а... Блин, прикольно половить на такие, на блюсеньки, да? То есть, по-честному, не на воблер, который... Это я обожаю, это моя слабость, блюсеньки. Да. Ты же знаешь. Это хожу, знаешь, как будто палуба. Так, что как брать? Три варианта тебе даю право выбора. Вот давай вот этой штукой. Блин. Она рота. Все. А, ну все. Она была. Да, да. Не наша была. Наша была. Хотели не по-честному взять щипцами. Надо было руками, если бы выбрали вариант. Вот тогда бы не ушла. Ладно, что поймаем. Ой. У нас опять щучка. Естественно, на Blue Fox. А еще недавно Дима говорил совсем другое. Я смотрю, он тут потихоря. Опять Blue Fox'ика зацепил. Ты, может, перестанешь болтать под руку? А, ну давай, хорошо. Давай, затаскивай. О, молодец, давай. У нас сегодня чисто руками берем рыбу. По-другому никак. Нельзя, Андрей убрал свою чекрышку. Blue Fox работает, здорово. Да, все три крючка. Все, на железо ловим пока. Я сгорел красный? Ты загоревший такой. Ну, лицо подгорело. Будешь спешить. Еще одна. Второй заброс. Все переломаешь. Еще одна. Вот. Ну, тоже такая же по размеру. А, нет, это мелкая. Да? Нет, это мелкая была. Ну, килограмм примерно. Берем до килограмма. Точнее, от килограмма. Меньше не берем. Такой? Ну, не проходит. Ну, хотя, не знаю, можешь брать. Я бы его закоптил. Нормально. Андрей тоже поймал, да, Андрей? О, молодец. Видишь, в этом месте у всех. Только закидываю, не буду время терять. Вот на мели, вот на такой. Приезжаешь на мели, рыба ловится. Но не та, которая была самая здоровая. Так, вот, Дмитрий, опять гигантская щука. Гигантская щука на килограмм. Да нет, это не та гигантская. Это же нормальная. Гигантская, но не та. Да. Показалась очень большая. Нифига. Прошу прощения. Так надо бак-то добивать. Поэтому. Давай возьмем. Давай. А, тем более за жабры все уже. Так, у Андрея взяла рыбина. Давай, показывай. Он сильно. Свечку пускай сделает. Андрей, скажи. Подождите, ребята. Скажи рыбе, чтобы свечку сделала. Ты не переживай, Андрей. О, слишком глубоко заводит подсак. Сейчас, не дай бог, зацепит крючком. О, так нормальная. Ну так, так-то пойдет. Молодец. Такие бревна вываживают. Вот это да. Молодец. Здорово, класс. Сейчас завесим, тяжелое, видно, что бревна. Здоровое, да. Килограмма 3 точно. Молодец. 3 800, Андрей, у тебя.
Сейчас завесим. Прямо под лодкой. Так вот, вот, взяла. Говорю, место здесь хорошее. Давай сейчас покидаем еще, пока течение нас не унесло. Андрей опять поклевочка. Андрей Фокин, ну, до сих пор со щучищей разбирается. Ну, зависит сейчас. Скажем, какая. Так. О, нормально, нормально. Нифига себе, не очень большая. Нормально вроде. Да-да-да-да-да, ты чую. О-о-о-о! Это хорошая. Вот и как у Андрея, не меньше. Не меньше. Руками будешь брать? Да, ты чё, вообще огромная. Сейчас сорвешь ее. Иваныч, ты что делаешь-то? Батя. О, хватка, блин, железо. Вот это уже нормуль. Не, мы сейчас. Не-не-не, ребят, не пойдет. У нас так, вот это, блин, слушай, когда я сфоткаю тебя с ней сейчас, подожди, выключи видео. Ну что, у Димы взяла огромная щука очередная. Воу. Не, давай я ослаблю фиксончик. Действительно большая? Ну, спин... Да, большая, даже поднять не могу. Смотри. Спин гнет сильно. Да. Сейчас уйдет. У меня такое бывает. Ё-моё! Вот это да! На подсак. Что, без подсака не поднимешь руками? Хорошая. Давай я руками подниму. Блин, нифига. Так, сможешь положить? Навишь сюда на торничок так? Заброс! Ребята, заброс! На Blue Fox. Yes! О, все, я сразу же отпустил. Ну как тебе? Куда забрасывать, скажи мне. Ребята, Андрюха, покажи, пожалуйста, на обычный шестой номер. Блин, не взять так на килограмм, не знаю, не буду говорить. Окажусь опять неправ. Хоба! Вот такая. 4200. Ты сколько думаешь? Я думаю 4800. Ты, Дима? Я думаю, килограмм 5 точно есть. Так, придется все переделать здесь. Блин, надо... Андрей, подплывай сюда с мешком. Да, нас некуда ее положить. Мы сейчас всю лодку уделаем. Как ее поломать? Или будем ломать, просто переложим мешок. Мы не смеемся, Андрей, в коем случае. Просто вот она такая. У меня не вообще, ребята. Эй, сейчас сравним. Давай завесим. Давай. Что там кажут-то? Ну-ка, давай. Все, держи. 4530. Ну не знаю, если не на солнце, так я не знаю, как скажешь, куда навести. Теперь завешали рыбину Андрея. Кило, ой, 2650. 2600. Да, 4602. 600. Ну блин, здорово. 400-то? 4600. Ой, 4600, 2600. 4535. Да. А сейчас? Такие результаты. Сфотографирую тебя. Все, поехали домой заниматься делами. Рыбы нам набита бочка и мешок отборной щуки. Да, рыбы больше некуда ложить, поэтому надо ехать с ней обрежаться. Сразу купаться. Сегодня дядя Вася дежурный. Дядя Вася. Да-да. А что ты бодренький выглядишь? Ты бодро? Да. Я всегда, ёпта. Всегда бодрячком? Конечно. Молодец. Здорово. Вёл сколько рыб поймали? Да. Вёл рыбу? Видел. У меня не взял. Так, поехали сегодня на вечеру. Покажем. Поедем. Все нормально. Мы-то ведь не это, только за. Андрей, у нас чего сегодня будет на обед? Так, сегодня будет... Бич-пакеты? Выбирайте. Куриный суп, звездочки. О, звездочки. Со звездочками будем. Дядя Вася, ну молодец, все намыл, начистил. Красота. Все красное. Да, мы позагорали. Вот это улов.
утренняя зорька, так сказать, которая затянулась до обеда. Неплохо. Молодцы, подубасили. Сейчас рыбу будем вакуумировать, точнее начали уже вакуумировать. Все взяли с собой. Генератор, вакууматор, пакеты, чтобы можно было довести до Архангельска. Потому что поедем только через 2-3 дня, получается, обратно. Вот идет процесс. Дмитрий? Процесс засовывания. Да, засовывания. Судачок. Да, не очень было удобно, да, снять. Вот сейчас идет процесс вакуумации. Рыбу только таким образом, да? Нет. Ну, засолить еще можно. Или съесть. Это вариант. Блин, солнце вообще невероятно. Да, сюда. Да, все красное, да? Это прикольно. Ну, нет, хорошая вещь, хорошая. Тоже можно покупать? Да. Причем сразу как приеду, потому что сейчас пойдут у нас грибочки, ягодки. Если вакуумировать, да, можно ведь не только рыбу. Ну и получается такой деликатесик прикольный. И упаковка эстетически приятная. А вот склад. Шпунь. Да, можно так. Так у нас сейчас еще бочки синие, потом белые, мне ведро есть. Так, бочки синие заняты этим. Угу. Ну и Андрей, ну и специалист, а? Кабан в деле. Кабан, о, ручище. Молодец. Все, круто. Эту штучку пимочку маленько на себя, да, чтобы воздух. Не-не, на себя так. Чик. Во. Все, научился? Вези домой. Копчение второй партии у нас. Производится. Так, судочки заложены. Со щучкой. Первая партия у Андрея готова. Все, поехали на вечеру. Баньки попарились. Покушали. Да, поехали на вечеру. Вот Андрей с Александром на модном рибе. И мы с Дмитрием тоже на модном рибе. Прибыли, да? Точно хоть щука-то? А, да. Щука. О, ну так. Молодец. Молодец. 500 грамм. Молодец. Да нет, ну побольше. Нормально, нормально. Что, глушить будешь? Вот это да. Ну, не на видео. Такой вот судачок на свальчике. Небольшой, правда, но в ложбиночке. Или как бы ее назвал Андрей, между Дед Мороз. Поводок, да, оторвался? Ой, блин. Карабин раскрылся? Да, обидно. Большая, да? Ну что, меняй поводок. Что делать, блин? Рыба есть, клюет, надо вот так. Аккуратно со снастями, да? Андрей, где ушла? Покажи. Две поклевки сразу глаз. И у Андрея вот сидит рыбина. И у меня. Это более-менее. Андрей достал своего малыша. А я вот не знаю, как достать. И снимать, и достать. Все, прямо так в лодку, Андрюк. Возьму. Давай, бери. У нас сейчас так идет добыча. Особо не церемонимся сейчас. Без подсаков, без всяких. Ой, блин. На мели, кстати, вот так на такой. Че? О! Ни хрена там парни поймали. Нормально?
на мели вот на этой в ложбинке. Круто, круто. А что это я тебе снимаю? Щуку-то с этого. Да фиг знает, я тебе тоже это снимаю. Это за какие такие заслуги? Так давай я сам сниму. Нифига себе. Ну ладно. Давай только ты мне потом снимешь, ладно? Хорошо, обязательно тебе сниму. Все, Дима, давай. Вперед. Работаем, братья, работаем. Работаем, братья. Щучечка. Она сама сейчас запрыгнула. Так, да. Она сама хочет. О, все. Парни, тоже такая экспедиция. Ну что, маленький пускай-то посорвется. Нормально, че? Пускай выпрыгнет туда сам. О, ну на килограмм. Да, чуть поболее, наверное. Ну полтора. Давай сюда. Сюда, Андрюш. Вводи его. На чистую воду. Сейчас сорвется. Хоть. Не, берем, берем. Подведение итогов. Все, надо ехать. Время 11 уже. Время 11, все, плевать не попасться. А у вас-то есть большие? Нету? Все. Че, Андрей, наверное, пора домой. Время. Время 11 уже. Все. Взвешивать? О-хо-хо, ёп! Это на день рождения мне. Да, подарок неплохой. А где взвешивал, нет? Нет, у меня нету. Так давай завесим, у меня есть. Сравним. У меня длины, блядь, где-то 50. В общем, у меня было 8600. Сейчас и проверим. А, у Андрея есть. Блядь, я такой, чем ее забивать? Охуенно, она бедная была. Да мы видели, он так колотил по ней. Мы видели, ты там, блядь. Приема отрабатывал. Да. Этот цепляет 115 грамм весит. Покажи нам-то. Ну где? Ну меньше, то это меньше. Ну я вижу, что поменьше. Оттуда мы понять не могли. 6800. 7, а 6, 7200. Короче, 7200. 7 килограмм. 7 килограмм, короче. 7 килограмм. Да. Нормально. Сколько тебе с ним? 115 весит. Да, давай. Ты меня выпал? Опять чистка. Если оставить, то стухнет все. Сейчас Андрей покажет, какого трофея он поймал у нас сегодня. Сегодня особо записывать ничего не хотел. Горло очень сильно болит. Но такие вроде рыбки большие. Так на память оставлю и запутаться. Андрей. Ну, весь пенек. Парни тоже поймали. Опа! Прыгает. Сейчас меня укусит за телефон. Ну, тоже, так, тоже хорошие. Мы там отвязываем. Молодец. Клюет рыбка с утра. Сегодня хорошо клюет. Пара забросов. А уже вон три щучины. Клев нормальный. Что-то там у Андрея клюнуло большое. Загоняй ее. Ушла. О, какая крупная у тебя была. Шустрая. О, все ушло. Да снимал, блин. Ураганов поклевка. Вроде бы что-то крупное. Стоп. Дима, близко. Стоп. А ты у себя-то
Нифига плавник. Ну что, ушечка? Так ты что, встань, хоть сидишь? Он упадет? Вася, морская пехота в деле. Вы что там в море? Вы что мучаете там? Руками взяли, да? Йоу, красиво. Парни, давайте я руками ее возьму. Дай сюда, руками возьмем. Подведи сюда, отпусти ее к нашей лодке, я сейчас руками зацеплю. Снимай по-хорошему. А тут не видно, близко-то не подпускаете так. Не, видно, видно, все, Дима, хорошо. Дима, подъедь поближе, если что, я руками возьму ее просто. Мужики не мучились. 2,5 я отсюда вижу по спине. Давай руками возьмем. Рано. Ну, ну дядя Вася. Скажи спасибо Андрею. Дядя Васю. Ну чего ты? Васю. Спотел-то берем, весь. Берем, значит, инструмент. Инструмент берем. Андрей. Так ладно, я отвернусь еще. Ну давай. Пип. Дим, отвернись. Оп. Дим, не смотри туда. Это жесткие кадры. 18+. Да господи. Все, готово? Уходили. Ну так, да. Понятно. Мучили, домучили ее там. Да. Василий, морская пехота, отличился. Взял рыбку. Ждем, пока Андрей вытащит. И одной рукой снимаем. Другой рукой. Вот сюда. Дмитрий поставил вертушку. Я сейчас делаю, чтобы выпрыгнул. Пируэт. Это большая, но... Ну да. Нифига. Она расслабит, да, чуть-чуть? Так, Иваныч, руками? Ну, конечно. Большая, да как руками-то? Так я возьму. Твоими? Блин. Вот она. О! Ох, чуть-чуть. Точно возьмешь, Андрюха? Ну я возьму, подведешь так. Держится слабо. Не взять руками. Давай, скользкое. Распаковывай. Успеешь. Ой-ой-ой. Молодец. Ну ты красавчик. Все, на один крючок, смотри. Да. Молодец. Да, на один крючок все зацепилось. Че, Андрей, подъезжай, мы вам вывалим эту щуку. У нас не войдет. Не войдет, бах. Большая. Или войдет. Не знаю. Не уверен. Не, войдет, ладно. А без мин где, Андрюх? Без мин. Мешок сейчас пихнем. Сейчас завешаем. Ну да, где-то 3,5, наверное. Где-то так. У нас не войдет в ведро. Слишком крупное. 380. 390. Ну, короче, 380. Так, Андрей, сможешь взять ее рукой? Нет. Она не оглушена. Как? Ты только так-то набрать, она у меня выскочила там. Да. Я вот здесь сделал. Головой бы надо так-то, блядь, она сейчас зацепится жабой. Да будет над водой, да? Мешок утопить, да? Такие вот рыбинки. О, хорошие. Видишь, опять кое-как. Вася, подержи ее над водой. Дай, это мне бы... Blue Fox, 4-й номер работает. Леонидыч. И Леонидыч в деле. Подними чуть-чуть, пожалуйста, я не могу дотянуться. Вася, пожалуйста, еще выше. Василий, ну что ты? Вроде... Андрей, зацепи за скобу, блесну, чтобы не засандалить. Дядя Вася, я слова тебя не слышал. Эмоции. Скажи словечко, хотя прикольно, скажи. Это так, ребят, говоря. Сейчас опять будет 18+ контент. Сигареты еще снимаем. Давай на пацанов тогда. Все, готово дело. Сегодня ребята работают у нас хорошо. Команда Ураган. Команда Ураганы. Просто отрабатывают сегодня. За все дни. Че,
Деревай, сколько сегодня взял рыбин? Мы не считаем. Это правильно. Ну, общак, да, блядь. Ну, как на общак? Да, понятно. Ложки разные ставили. У кого-то рябинка, у кого-то... Сам? Сам же видишь, когда чистим, я пометки делаю. Да. Ты чего? Хорошая сторона. Мелочи, косьёдок там. Ну давай, Леонидович. Вот так вот. И ловим. Вот счастливое лицо рыбака. Вот у Дмитрия опять поклевка. Лёва, можешь тренинг убрать? Придётся обводить тебя с той стороны. Да, крупная сейчас. Очень крупная щука. Как всегда у меня. Огромные щуки. Нет, действительно, это больше, чем последняя. Последняя сколько? 3-200? А это, я думаю, что килограмм на 4. Не поднимается. На железо. Что хочет, говорит. Говорит, что хочет. Ну что, запрыгни сама в лодку, Андрюха, сделать так, подвести, таким ее, подготовить ее к этому прыжку, чтобы она прям сюда. А мужиков позвать? А, ладно, еще не добыто. О, так она, парень тоже, да, не очень. Ну что, наверное, подсадки здесь. Фига, что там она? Куда? Она куда? Офигеть. Собралась ты там? А мне не ослабить, не затянуть точнее. Потому что это... Ничего себе. Затяну. Надеюсь, она подустала. Ты об дно какие? Что, сам или мне? Я пробую сам. Поднимаем. Ух, что там очень да. Большое. Андрей, едьте сюда с мешком. Хуба! Вот так. Какие крокодилы. Надо вам мешок. Нормальный? Ну, наверное, 4,5. Ну, да, хорошая. Завешиваем, да? Давай. Сейчас он не получится. У Андрюхи он в лодке завешал. Что-то пачка ты тут у нас. Потом он видео посмотрит и скажет, совсем окрыли. Свои марать не будем. Андрей, подъезжайте! Мы по команде подъезжаем. Рыбовоз. Как только надо. Сейчас снимать. Рыбовоз подъедет. Рыбовоз. Ой, блин. Или этот, конюху закинуть туда. Сейчас ковшом ее отработает. Вы еще к семерке, наверное, готовитесь, Андрей? Или к десятке? Пока что такие. Вот Дима вываживает теперь из сачка ее. Вот. Все получилось. Ты как по ощущениям? Я думаю, что 4,5. Да? 4,500 ровно, смотри. 4,500! 4,540. Сегодня как по заказу щучки. Да. Очень хорошая. Сейчас поймаю. И будем ее. В бак залетит. Ну его и напугал ее. Я... Ты... Ага, залетела. Рыбачок. Она, видишь, как-то клубом была. Большая получается. Ага. Ну под нами что? Нифига, Димас. Ой-ой-ой-ой. Возьми сачок, пожалуйста. Ой-ой-ой. Давай, это скорее. Ну, попробуй. Я пока не пугаю ее. Не надо ее видеть так. Я могу испортить ситуацию. Опусти лицо. Опусти, парень. Ну, чуть-чуть.
хорошая. Тоже, наверное, килограмма 4, да? Судя по всему. Она, видишь, не дает. Я с глубины ее поднял. Угу. Она не дает мне вытянуть. Угу. Пускай помори маленько, да? Погода позволяет. Помори, да позагорать пока. Да. О. Ух, красиво. Ну да, килограмма 3-4 такая. Плохо. На глубину тащит и все. Угу. Слишком слабо, наверное, друг. Сейчас дно как долбанет. Мэпсиком этим. Это не мэпсик. Блин, глаза заело. Помыл. Наше стекло крем весь. Колебал. Как понятно. А, на колебалку? Колебал. Нифига себе. Атом. Ну давай, я думаю, что надо вставать как-то. Брать. Поднимаю ее, парень. Нет, нет, нет. Блин, нифига она какая. Сильная попалась. О. Вот уже подустает. О, нормально, нормально. Опачки. Молодец. Отлично. Спасибо тебе. Спасибо, брат. Держи, братка. Опа. О. А что, думаешь, сразу же внутрь? Такая щучка. Ну да, килограмма 4. 3, наверное, с половиной, да? Молодчик. Сейчас разбираться, да, с мешком, да? Да. Сними на какую? На колебалку. А там? Советская. А, да, советская колебалка, стандартная. Класс. Вы упакован. У нас не влезает таки в бачок, так мешок дали. Ребята, тут уже товарищ один лежит. Так, сейчас завесим. 3300, ну, 3350. Нормально. Ну, сильная щука. Да, конечно, очень мощная. Такой проброс идет. Тут экипаж, там экипаж, все дубасят. Ну вот опять рыбалка закончилась. Утренняя зорька. Вот, выдвигаемся на базу. Дмитрий. Да, Андрей снял тент, потому что стало жарко. Снял в конце такой рыбалка. Ну что, двигаем, парни? Фокин пошел. Че, Андрей, вперед? Че, заедем на перегонки, Андрюха, давай посмотрим, кто мощнее. Давай, давай. У нас 18. 18 или 30 все-таки, кто кого? Все, давай, погнали, пускай. Для подписчиков. Пускай. Андрей, давай! Дима, давай, Дима! Вжаривай! Сейчас мы их сделаем. Ну, практически наравне. 18-ка, 30-ка. Разницы особой нет. В смысле пока? У Андрея установлен водомет. Поэтому такие фонтаны. Сейчас, сейчас мы сделаем это. О, все, вышли на глиссе. А? Сколько километров? 30.
Так, слава богу, на все. Да, небольшой дождик. Ну что, поедем, может быть, порыбачим? Ё-моё. У нас? Воды набираем питьевой. Что, девайся, заготовка рябины идет, да? Еще песни. Для копчения. Песни? Ну не до песен, да, вроде. Вечером песни будем. Там Иваныч с Андреем рыбу прибирают. Ну, а боярина точно покупать больше не буду. Ну, уже, да. Раньше крушили сейчас. Что Иваныч у нас сегодня продолжает заниматься копчением. Черный Иваныч закоптил и себя, и рыбу. Повернись, Андрей. Вот так вот выглядит мужик. Да. Но Андрей чернее. Да, чернота, блин. Я солярита не хожу. Так, вкуснятина. Андрей, так я тоже. Только кто носит чаечки. Такая вкуснятина получилась. Чаечки. Андрей такие же хочет коллекцию свою. Так еще сегодня я... Зона, просто зона бикини не загорает, поэтому что-то надо думать. Да. Завтра уже выезжаем. Так вот. Ну, чуть-чуть, ну ничего. Кто-то ведь любит такие, я вот, допустим, люблю. Более поджарую. Ароматик. Слишком приходится эти поддерживать, потому что толстые. Да, но все равно такая вот работа. Андрей уже 3 часа коптит. А, это я вас на видео снимаю. Ничего, тоже пойдет? Нет, надо. Обязательно фото? Фото. Андрюха порядок с Александром наводит. Ты как батя такой во главе стола, знаешь, сидишь с кваском, как после бани. Команда, все работает, главное, все. Да. Все работает, все в пределе. Я заснял на трубу сегодня. Да. Заснял. Да нет, так же все. Температура где-то 38 примерно. Сейчас пойду, залезу в воду, в голову. Так вот, горло, да, простыл. Простудил. Залез, я же инструкцию сегодня прочитал. Мне немножко не так, у меня карты все, горло закачать. Сейчас посмотрим. Все. Сегодня это какое? Вторая партия вакуумации. Сгоревшие судьбы. Страны лагерей. Идет процесс. Рабочий процесс. России великой. Андрей никому не доверяет. Сложные процессы. Да, блин, это точно. Все, что полегче, это вот под мастерье. Да хорошо, он под мастерье молодой в этот раз достался. Леонид из них. Так бесполезно. Давай, заряжай пакеты. Так, конечно, у нас процесс уже сделан, но мы его закрепим. Да. Вот так все. Вот. Не накликай этих комариков. Андрей Леонидович, щипы. А щипы кончились. Когда не нужно лишних. Без стопки-то посиди так. Какую стопочку налили бы тебе? Я, Вася, одень кепку. Ну что, сегодня у нас крайний день. Завтра утром выезжаем. В бане напарились. Кто-то напарился, кто-то нет. Класс вообще. Красота. Саша, спасибо за баню. Организовал. Да. Время 11.
Завтра выезжаем утром. Мы ждем уже 46 сейчас минут. Покажу. Вот ребята уже ездили. Наловили еще раз. Выезжали на водоем. Сейчас посмотрим, что у них. Наловили, не наловили? Нет? Просто заебали. Причем такие крупные. Окуня? Окуня вообще. Я надеюсь, вытащи, пожалуй, подвытащи человека, чтобы вышел. Надеюсь, ни одного окуня взято не было? Я потом думаю, надо было взять, засолить, да домой увезти. Ага. Но уже стал выкидывать, поэтому... Ну ладно. Еще... Еще нашу чуть-чуть. Лодочку уже загрузили. Может, загрузили, смотри, вон все готово. Да вы что? Да. Надо Дима взять еще до этого. Не-не-не, даже не думай. Это, все, Андрей, занимайтесь. Ты сам знал, на что идешь. Занимайся. Мы чистые после бани. Вот только мы даже не присели еще. Ну давай, ладно. Ну что, трофей получается? Да какой трофей? Только сходу. Ну, достань хоть, покажи. Да что, один. Или, трофей, или небольшой. Ну ладно, не доставай. Красота сегодня. Погодка. Идеалочка. Сейчас покажу, сколько рыбки накоптили. Вот, Иваныч сегодня. Ну, я навакуумировал, Иваныч накоптил. Что, здесь переночуют? Да, можно и здесь, все, так-то не жарко. И там еще у нас емкость. Петя, Андрея, прощальный ужин. Прощальный ужин. Все, да, да. Не-не-не, это праздничный. Праздничный, да, в честь дня рождения. Сегодня у Андрея день рождения. Да. На сухую день рождения проводим. Дышим. Я не дышу, у меня насморк. Кто-то дышит. Все хорошо, баня. Да, банька. Озеро, рыба. Приятная компания, все четко. Да. Отсутствие комаров. Отсутствие тоже, комаров тоже важно. С легким паром, Александр. Сейчас будем кушать. Опять вкусняшку. Ну, это я его не ем, но кого-то вкусняшка. Ну все, Иваныч отбился, наконец-то, да? День начинается... В 5 утра заканчивается в 12 или в час ночи. Смотрю фотографии, наконец-то съездил в Юлинский погост. Потом посмотрел. Очень давно хотел побывать там. 3 раза был на Водолазере, ни разу не был. Все время тянуло в это место. Сегодня я полностью удовлетворен. Андрей, молодец, съездил наконец-то. А вы ножи-то все убрали уже? Ножи убрали. Что, очередные вкусняшки от Андрея. Да, картошка с мясом. Так, вы готовите сами, я себе вот буду. Еще мазик там добавить и поцелуй, там только не перебирать. Все, приятного аппетиту. Спасибо, Андрей. Спасибо, Андрей Конюхов. Слушай, ну что ты, впечатлился? Пока мы жили, птенцы уже выросли. 3 осталось, было 7. Уже летают, да? Прикольная. Ё-моё, все, полетели, смотрите. Хоп-хоп-хоп. Все, отъезжаем от нашего домика. Поехали. В Хуга наволок. Загрузка небольшая. Так вахолот выглядит снеток. Это местная рыба. Тут ее очень много на Водолазере. Я первый раз такое в жизни вижу. Вот столько вот это все, вот это дно, вот это вот рыба. Тучи, просто ее тучи. От 4 до 7 метров все забито. И крупная стоит. Вот это вот крупная рыба. Это уже, скорее всего, окунь, либо щука ее долбит. Она мелкая, снеток мелкий. Так, вахолот. Тьма. Да, Иваныч, и крупная рыба тоже стоит, все правильно они говорят. Вот тучи. Одна. А вот столько чаек летает. И они вот долбят этого снетка. Все, упаковываемся. Все загорелые, красивые. Даже, может, с ноги надо одевать. Отдохнувшие лодки.
загружены, машины тоже все как бы упаковано. Сейчас будем уезжать. Чехол, да. А малинник нагоняли? Да, малинник. Лучше всего из Апертаминск. Там прикольней. Ну, мы уезжали прямо с этого. Ну что, Андрей, понравилось? Конечно, понравилось. Еще поешь? Поеду, блин. Когда? Говори, когда. Сейчас неделю отдохну. Сейчас загар усвоится. Загар усвоится, да. На работе все дела распедалят. Андрей, ты бы не уезжал? Нет, я бы остался здесь. Так вон, оставайся. Слушай, нас просил, кстати, этот иеромонаха кого-нибудь оставить им. Хотели дядю Васю оставить на недельку поработать. Он отказался. Да. Вообще место, конечно, супер. Прикольно. Хочешь, можешь клуб привести в порядок, вот едь туда. Да. Согласен. Место силы такое, да? Ну, слушай, вообще, да. Это сделать. Так, получается, в следующий раз выезжаем через неделю. От того, что все мы не крещен в церкви. Я тебе все понравилось. Другого, не это уже все довольны. Я тебе говорю, что я приезжаю. Рыбу половили, правда, не судака, но щуки очень много. Давай заедем. Круто.